Всем хай, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами страдать в Resident Evil Gaiden, в этом пиксельном survival horror. Итак, у меня игра, короче, снова не сохранилась, более того, она не сохранилась вообще очень-очень далеко, поэтому мне пришлось перепроходить снова склады, короче, и перепроходить снова бойлерную. И я, по-видимому, по всему, короче, потратился очень сильно в плане аптечек. У меня одна зеленая трава, две желтые, две красные и две фиолетовые остались. Вот. Но мы в бойлерной с вами набрали нормальное такое количество патронов от пистолета, дробаша взяли. Вот, я немножко потратил для винтовки патроны. Но не суть. В принципе, по боекомплекту мы с вами затарены немножко. Вот. И теперь нам нужно встретить Барри Пиано на втором этаже, короче. Вот. А второй этаж это у нас... так, второй этаж. Так, это третий. Окей, вот сюда вот нам надо... Барри, как вы поняли из видеоролика в предыдущей серии, Барри нас предал или фиг его знает. И надо, короче, выяснить его мотивы. Вот. Так, окей, сохранка. Давай сохранимся сюда. Ладно. Отправляемся, короче, на второй этаж. На второй этаж мы пойдем с вами. Здесь. Бляха, здесь у нас зомби. Желтые вот эти вот. Я их пробежал тогда. Ай-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Окей. Так, вот этого тоже надо как-то. Ай-та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 . Окей. Не кусили они все-таки за задницу. Там, видали, да? Там было, короче, у чувака какая-то... Что-то, видишь? Ну, бляха. Ладно, пока я не хочу с ним сражаться. Вот. Я хочу отправиться к Барри, узнать все-таки мотивы. В первой части Резидента Барри нас предавал из-за того, что его шантажировали. Его... даже не то, что шантажировали, короче, взяли в заложники его дочь. Вескер или Амбрелла, я не помню именно кто. Ну, Вескер связан с Амбреллой, короче, вот. Поэтому не суть. Так. Вот, и поэтому он нас предал, у него не было выхода, короче. Но в конце, там, вроде как, это короче, спойлер. Кто не играл, не слушайте, заткните уши. Он, короче, как мы знаем, потом типа одумался и все-таки помог, вроде как. Столько раз уже проходил первую часть, и что-то у меня как-то, не знаю, все время забываю. Вспоминаю, когда, вот, знаешь, по новой перепрохожу игру, вспоминаю это. Так, окей, нам нужно... Так, мы вышли... Во вторую дверь нам надо. Так, мы вышли здесь, нам надо вот во вторую дверь. Следующую, получается. Я настроил немножко по-другому свет для камеры, вот. Не знаю, может быть, это будет так лучше. Возможно, нет, возможно, хуже. Напишите в комментариях, как лучше. Как в прошлый раз или как... сейчас. Вот. Окей. Теперь нам прямо налево и вниз. Прямо налево и вниз. Так. Идешь лесом. Хочу с тобой связаться. Бляха, вот этого придется мочить, наверное. Да. Ну ладно, этого ножичком, короче, сейчас затыкаем. Он, в принципе, и зелененький. Лёха. Какой? Ля какой? Окей. Придется повозиться с системой пожаротушения. Забудь.
Просто скажи мне, в чем дело? Ну, слушаю, что происходит? Отдай девчонку. Что? Ты шутишь? Ты слышал меня? Люси, иди сюда. Люси! Со мной все будет хорошо. У тебя этот номер не пройдет. О, это Лимон сказал. А у тебя просто нет выбора. Леон следует за Берри и Люси на верхнюю палубу, где Берри говорит Люси скинуть канатную лестницу к субмарине, приставшей к борту, на рубке которой виднеется эмблема Umbrella. Воу! А, короче, Берри снова связан с Umbrella. Нужно найти способ попасть внутрь, их нельзя отпускать. Вдруг на борт субмарины вышел вооруженный охранник. Да, в принципе, их двое, или это у них так называется, охранник, это умноженное на два, да? Короче, вы поняли. Назад, не приближайся к лодке, больше повторять не буду. И что, вы пристрелите меня? А чё я вас? Фигня это вообще. Огонь! Тра-та-та-та-та-та-та-та-та! Окей. Перестрелочки. Не могу поверить, они открыли огонь и теперь уходят. В смысле не может поверить? На борту Starlight раздается взрыв. Еще один снова. Плохи дела, похоже, это в машинном отделении. Еще один взрыв и корабль пойдет ко дну. Надеюсь, еще не поздно научиться плавать. Всем агентам, кто меня слышит. Прием, повторяю, прием. Это Леон, на связи, прием. Рады слышать тебя, Леон. Плохие новости. Наши сенсоры зафиксировали сильный скачок напряжения в машинном отделении. Похоже, там все слетит на воздух с минуты на минуту. Это, конечно, не совсем по пути, но я постараюсь заглянуть туда и устранить неполадку. Удачи, Леон! Так, снова сохранка. Леон еще удивляется, почему Umbrella начала по нему стрелять. Umbrella вообще пофиг. Ее интересуют только их разработки, вот эти вот вирусы, всякая фигня, эксперименты. Им насрать вообще, если они подвергли там целый город, да, уничтожению ради эксперимента, что им стоит замочить Леона? Леон тоже какой-то наивный просто мальчик. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно в машинное отделение, получается, да? Найти и запустить генератор машинного отделения. А машинное отделение это у нас что? Это у нас... Так, это второй этаж. Четвертый. Машинное отделение это на первом этаже, что ли? Ну-ка. Это через бойлерную? Обратно? Через бойлерную? Возвращаться? Да ну нафиг. Окей, ладно. Бежим обратно в боль. Опа, здрасте. Опа, еще больше здрасте. Так. Так, сказал бедняк. Окей, я могу... ну я на втором этаже как раз. Как раз. Мне это... Нужно вот здесь пройти. Бляха, этот упырь здесь стоит. Так, я смогу тебя как-нибудь оббежать? Ты будешь на меня агриться? Ну, сагрись, ну, пожалуйста. Умничка какой, а? Какой умничка. Вроде как, в принципе, я научился их оббегать. Так, понятно, обратно до конца. У-у-у, здрасте. Фиолетовый дядя. Которому все... О-о-о, нет. Вот всех пробежал, кроме фиолетового. Вот фиолетовый это жесть, конечно. Ладно, если убьет, то убьет. Я не хочу на него тратиться. Ну, в плане патронов. Ну, ножиком его ковырять слишком долго, это... Окей, бляха. Жизни тоже... Опа. Погоди-ка. Опа! Хорошечно. Жизни тоже, бляха, очень жалко. То, что у меня их мало. Вот.
Еще один. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей, тебя я обижал. Откуда они берутся? Я вот это не могу понять. Я вроде зачищал, да, дорогу. Бляха, тетя, здрасте. Тетя там во тьме стоит. Во тьме стоит. Надеюсь, здесь не... Бляха, и здесь стоят. Здесь я зачищал вообще полностью, по-моему, вот этот коридор. Уже сколько? Раза два или три, наверное. Да чтоб тебя, ты же зеленый, что ты не дохнешь-то? Окей. Я не удивлюсь, если сейчас еще будет стоять. Ну, у этого что-то есть. Ладно, давай с ним сразимся. Там сейчас, смотри, подмога может прибежать еще. Это... Они любят. Так. Давай, дохни, дохни, дохни. Отлично. Бляха, а вот и подмога. Надо все-таки, наверное, аптечку принять. Хотя стоило, наверное, бы пострелять с оружия, потому что аптечки-то кончаются, аптечки-то кончаются. Так, окей, ладно, я выберу пистолет. Вот. У нас в пистолете вроде как с вами накопилось патронов. И для дробовика, кстати, нормально взяли. Вот я ныл-ныл, да, то, что патронов мало. Хотя, блин, это тоже дурной знак. Это говорит о том, что нас к чему-то готовят. Так, отлично. Вот в этих, в резидентах, да, и вообще в survival хоррорах вечно, когда дают много патронов, либо аптечек, говорит о том, что нас готовят к чему-то. Либо к бою с боссом. Ну, чаще всего это происходит, то что типа бой с боссом происходит. Тихо, погоди, еще что-то есть. Ух ты! Неплохо. Окей. Ага. В прошлый раз, когда мы здесь проходили, здесь никого не было. Так, ладно. Бляха, я бежать не смогу. Он стоит прямо на краю. Окей, я его замочу. Но придется, наверное, обоих мочить. Так, минус один. Цапнул все-таки, да? Давай, 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 минус второй. Отлично. Так, придется этого мочить. Это что такое-то? Почему она не... Опа, я его смог пробежать. Но мне его надо убить, потому что у него что-то есть. Бляха. Что-то по инерции нажал. Давай аптечку. Патроны для пистолета. Ну тоже ладно. Ладно, неплохо. Окей, а мы, в принципе, в машинном отделении, получается, да, там, где нам и надо. Окей. А, да, тут был пульт, короче, управления какой-то. Где-то он, по-моему... Опа, сохранка. Где-то он, по-моему... О-о-о! В машинном отсеке БИО пытается повредить топливный конвертер. Взрыв уничтожил, уничтожил бы все следы произошедшего. Эй, громила, хватит! Я не хочу уйти ко дну с этой посудиной. Если кто и утонет, так это ты. Отправляйся в котельную. Я, о чем я и говорил. Нас с вами готовили. Нас с вами готовили. Хюра! Долбит. Ай-яй-яй, сейчас меня загасит. Ах,
Так, надо что-то помощнее, наверное. Не, он меня, короче, вырубил. Окей. Надо что-то помощнее, наверное, выбрать. Нормально, да? Сохранка у сохранки. Отлично. Так, какая она? 12. Так, окей. Сейчас мы вылечимся сразу. Желтую, наверное. Так. Окей, это так. Давай, наверное, вот это мы возьмем сейчас. Окей. Бла-бла-бла. Ну, давай. Попробуем. Бля, фишка, извиняюсь, в том, что... До конца. Я его убил. Похоже, удача наконец от меня отвернулась. Этот монстр ранил меня, и пути назад уже нет. Я не думал, что все так закончится. Жаль, Берри здесь нет. Он такое пропускает. На подлодке. Кэп. Отлично, Берри, несмотря на что ты здесь. Теперь отдай девчонку. Наша сделка отменяется. Прикажи своим людям отпустить оружие, если она нужна вам живой. И без фокусов, делай, что говорю, и все будет, целы. Ты обманул меня! Предложил нам малышку, чтобы убрать мою лодку. Хорошо, капитан. А завтра на тонущем корабле без надежды на спасение я понял. А завтра застряв. Я понял, что Вамбрелла готовы на все, лишь бы вернуть свое био. Я предложил Люси, а ты предоставил мне отличную подводную лодку. Одного не пойму, зачем вам эта девочка. Думал, вам нужна та амебоподобная тварь. Био? Амёба? Так ты не знал, что мы следили за девчонкой? Все красное. Что? Ко? Что это? Её теле. Берри. Уж. Наружу. Нет! Я, короче, не понял вообще, что там. Люси, не переживай, я договорюсь с капитаном и его хирург. Извлечет паразита. Не глупи, неизвестно, чем может закончиться ранее извлечение био. Вернуть свое био. Я предложу, выбор у тебя несложный. Провести операцию или сдохнуть. Ладно, твоя взяла. Берри держал на мушке капитана, пока хирург готовил Люси к операции в лазарете. Да ладно, они за такое короткое время, короче, даже операцию успели сделать. Все, операция прошла успешно. Нам удалось извлечь паразита через рот девочки. Берри, тебе не о чем переживать, посмотри. Эта штука больше тебя не беспокоит. Он мертв? Я не знаю. О боже, оно еще жив. Внезапно. Да, наверное? Внезапно. Паразит разбил колбу и накинулся на капитана. Выстав из капитана жизнь, паразит превратил его в зомби. Да в смысле, у меня... Ай-яй-яй, Берри, 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 Берри! Так, 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 так... Ой, я думаю, его долго придется мочить. Что? Окей. Вот это интриги, бляха, вот это интриги. Так, применено.
Сдохни. Сдохни. Похоже, эта тварь готова напасть на все, что увидит. Нужно проникнуть на мостик и вернуться за Леоном. Бежим, я за тобой. Окей. Теперь нам надо за Леоном. Окей, симптомы там травмы снимает. Теперь нам нужно вернуться за Леоном, получается. Так, что здесь? Тяжелая броня, окей. Здесь. Опа, для гранатомета. Ну, кстати, с базуки не стреляли, из гранатомета не стреляли. Но я думаю, финальный босс у нас еще впереди, поэтому... Поэтому я думаю, короче, мы еще успеем пошмалять с этого всего. Так, готов. Так, я не хочу тратить. Я, кстати, от винтовки еще патроны там оставить, да? Получается. Все отлично. Я хочу. Так, от автомата, отлично. Боезапас вообще конкретный начался. Я думаю, будет какая-то стычка жесткая. Да в смысле ты на него не можешь прицелиться, ты дебил? Да в смысле? Да, Барри, ты чё, косой? Да, ты в упор почти стоишь, ты чё? Дундук. Так, чё здесь? Патроны для пистолета. Окей. Ай-яй-яй-яй-яй, фиолетовая тварь. Так, 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 так. Яха. Отлично. Жизнь, правда, это потратился, но ладно. Окей, есть, короче, сюда и сюда еще. Блин, какие агрессивные-то стали. Посмотри на них. Еще издалека, смотри, он впритык-то не стоит. Он издалека по мне херачит. Опять аптечки, аптечки. Дала. А. Фу, я думал, у меня аптечки, все, капец. Так, эта тварь живая. Отлично. Ну вообще, как бы, опа, пират так быстро завалил. А это тот, наверное, который подкосный был. Патроны для пистолета. Что еще? Зеленая трава, хорошо. Окей. Все, да, здесь больше нет. Леха блуждает уже. Да меня бесит вот эта фишка, короче, когда его не убить. Он просто ползает и ползает, ползает и ползает, ползает и ползает, падает. Отлично, все, загандосил. Окей. Ебать, мать! А эта тварь откуда здесь? Взялась. Чего? А, у вас нет газовой установки, нельзя забрать эти снаряды. Газовая установка? Да в смысле? Какая еще газовая установка-то? Да уйди ты, выйди, води. Все, короче, разрабы хер забили и начали на английском херачить. Окей. Сохранка. Ну давай, сохранимся, короче, здесь. Вот. И на этом, наверное, закончим, друзья.
продолжим уже в следующей серии. Я думаю, следующая серия будет финальная. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.